Так, сегодня у нас 19 августа, у нас еще осталось сено немного в поле. Поедем мы сгребем и, наверное, сегодня зарулоним. Так, гребем на Т-25 и такие вот польские колесно-пальцевые грабли. Одно колесико навернулось у нас, теперь мы с четырьмя ездим. Ну вот, достаточно, в принципе, вот такие проблемы. Целое из-за того, что не ровно навеску вывешивается. Одно больше прижимается, другое меньше к земле колесо. И вот так вот выгибает. Ладно. Вот вчера это же сено катали, около 40 рулонов. Поле первый год косим, раскашиваем, то есть. Ну, сейчас вот сгребаю. Маленько оно перешло.